Итак, здравствуйте всем. Сегодня поиграем в Resident Evil Village. В деревню поиграем, так что начнем играть. Постройки. Давайте мой уровень. Нет. Нет, это точно нет. Это тоже обычная низкая. Вот именно, чтобы не перетруждаться. Вот именно. Вот, ребята, как раз. Это для меня, чтобы не перетруждаться. Чтобы это. Ну, конечно, от первого лица. Погнали. Шутка, деревня. Давным-давно одна девочка пошла с мамой за ягодами для папы, который много работал. Лес встретил их тьмой, холодным безмолвием и пустыми кустами. Но шалуньи хотелось ягод. Она бросила мамину руку и исчезла среди деревьев. Крики мамы остались позади, а девочка все бежала через лозы и ветки в самую чащу леса. Ощутив на себе взор, девочка вспомнила страшные мамины сказки, и в горле у нее пересохло. Но явился не топырь. Он поздоровался и надкусил свое крыло. «Ну же, дитя, утоли свою жажду!» — сказал он. Она испила густой темной крови и радостно улыбнулась. Она вышла на кладбище. Над ним сгустились жуткие облака, а воздух стал ледяным. Девочка замерзла и поежилась. Тогда возник темный ткач и одним щелчком пальцев превратил туманную дымку в чудесное платье. «Ну же, дитя, согрейся!» — позвал он. Она надела платье и радостно улыбнулась. Страшно. Девочка нашла лодку и, рассекая зловещие волны глубокого моря, направилась домой. Но ее терзал голод, а на душе стало тяжко. Тогда ей явился царь морей и предложил ей один из плавников. «Ну же, дитя, утоли голод!» Девочка поела и вновь радостно улыбнулась. Она продолжила путь и вскоре очутилась в самом сердце леса. Тут явился железный скакун с чудесной золотой шестеренкой. Существо не сказало и слова, когда девочка схватила вещь, которую приняла за подарок. Скакун рассердился и призвал жутких монстров. Девочка пришла в ужас, но тут над чудовищами пронесся вихрь. Пред ней явилась ведьма, мрачная, но величавая. Страшно, страшно. Очень страшно. А сказку-то да рассказать? Ты даров взяла сполна, дитя. Теперь ты нам должна. И ведьма заперла девочку в зеркале. А, это все? Это все? Все. Уснула. Серьезно, это все? Что за жуткая сказка? Ей же 6 месяцев. В книжном сказали, это местная сказка. Такой фольклор. Ну и Роза-то не против. Потому что не понимает. Да, слава богу. Ты же помнишь, мы уехали, чтобы избавить ее от этого? Да, я это прекрасно помню. Да, помнит она. Это ты, параноик. Да не... А, ладно, прости. Но Пилит я уже. Не параноик. Я осторожен. Ну... Тогда осторожно неси дочь спать. Все пилит и пилит, а? Все пилит и пилит. И скоро ужин. Здравствуй. И к папочке. Какое пропустить фото? Все хорошо, Роза. Да, Роза чайная. Твоя мама боится прошлого. Ее можно понять. Она сумасшедшая. Как там было? Ты что-то сказал? Ничего, сейчас уложу. Сумасшедшая ты, я сказал. Как там было? Это самое. Сумасшедшие тут все. Осталось 30 секунд. До чего? До полного пиздеца, сынок. До полного пиздеца. Здравствуйте. Это склад. Ух ты ж. Здравствуйте, это... Мы на складе находимся. Опа. Изучить. Мне любит готовить, и этого добра тут все больше.
так, неплохая детская... Неплохая? А есть плохая детская смесь. Допустим-то. Идемте погуляем. С дичом. Хотя бы я это сам виртуально с дичом похожу. Виртуальности хотя бы похожу. Здравствуйте. Ты голодная? Нет? Тогда попозже. Ты хорошая какая. Попозже не получится. Милый, не подходи так близко, когда я готовлю. А ты что там готовишь? Серьезно, она готовит? Эй, ты чего это там задумал? А как посмотреть-то? Ладно, идемте. Серьезно, двери открывают автоматически? Здравствуйте. Резидент. Как все красиво и уютно, ребята. Пока что. Открыть. Ничего нету. Замечательно. Коляска. Вот потеплеет и пойдем гулять. Что на улице? Подожди, а что? Сейчас зима на улице у нас? О, она будет красавицей. Да? Слушай, похоже. Точно, похоже. Вот тут красивее, чем вот тут. Вот тут красивее намного. Я хочу на окно посмотреть. Здравствуйте, а почему у вас тут темно так? Наверное, ночь, да? Ну ладно. Идемте. Замечательно. А кто тут? Покойники, типа, чтобы не появлялись. Занавесили зеркало. Тише, тише. Я уже сказал твоей маме, что эта книга для тебя слишком страшная. Да. Пускай она это самое тебе купит книгу. Так. Здравствуйте. О. Мы с твоей мамой обожаем эту песню. Только не он или Лию, пожалуйста. А то я знаю, сейчас это сам как Far Cry начнется. Far Cry 5 начнется это самое опять. Это песенка Only You. Make to darkness price. Only. Опа-на. Таблетосы. Лекарство. Чего? Строго по графику понимает. Таблетосы. Сейчас. Опа. А зеркало у вас не работает опять. Замечательно. Здравствуйте. Это похоже на шампунь. Здравствуйте. Ща. Почти пришли. Мы в ту сторону надо идти. Окей, тогда мы не пойдем в ту сторону. Я хочу в ту сторону пойти. Посмотреть, что в этой стране есть. Здравствуйте. О. Зачем я притащил сюда эту штуку? Надо будет выбросить ее. Да, этот хлам. Resident Evil Village. Надо бы тут убраться, пока Роза не начала ходить. Книга. Стоит взглядно его архитектуры Европы, автор. Ага. Понятно. Да, тут бардак полный. О, газета. Так, окейушки. Надо демотать, правильно? Да, вот. Окейушки. Все уже напрочь забыли про это. Так, идемте. Так. Красиво. Так. Комната. И тут зеркало завешено.
Ну, допустим-то. Кубик. Здравствуйте. А куда вас можно поместить? Куда можешь поместить? Это что у нас? Изучить? Где же две розы? На завтра? Уйди, как она! Прелестная будет в этой одежде. Уйди, Роза. Так, а ну-ка. Роза. Идем, это самое. Поиграем. Что? Что? Вот, компьютер. Давай это самое. Half-Life 3 сейчас. Напрограммируем. Давай, сейчас. Да, Роза? Давай. Сейчас мы Half-Life. Так. Третий, это самое, быстро смастерим. Что еще там? Sims 5 сделаем, да? Так, это что у нас, а? Почитать. Ага. Дата рождения. Вес 6,57 килограммов. 2020 год. То есть ей получается сейчас 4 года. Получается ей в данный момент. То есть 4 года вот этой вот. Все хорошо. Да. Все хорошо. Привет, крошка Роза. Так. Ты не параноик, если тебя хотят убить. А, ну да, логично. Так. Ага. Так, на Д мотать, правильно? А, Д. А? Вот бы так продолжалось вечно. Пора спать. А, ну да, вот именно. Пора спать, идем. Спать. Лучше не заставлять маму ждать. В гневе она страшна. Да-да, боюсь, конечно. Ты еще не знаешь, какая тетка будет за мной гоняться. Вот так, солнышко. Не волнуйся, я буду внизу. Папа защитит тебя от чудища из сказки. Конечно. У меня это самое, назеритовая броня. Не бойся, у меня назеритовая броня и назеритовый меч. Вот. Вот, это самое. Так, минутка, я могу взять? Не могу ничего взять. Ну, допустим, ладно, идем. А, двери не могу закрыть. А почему? Вопрос. Ее не... Как ее называется-то? Одеяльцем ее не... Ути. Ее не под одеяло, ее... Как ее называется-то? Просто ее положили. Ну ладно. Допустим-то. Идемте вниз. Минутку, я хочу кое-что послушать. Да, компьютер гудит у меня. Ого-го! Гудит, ребята, мой компьютер. Прямо ого-го! Гудит. Очень сильно прямо. Это кто тут такой пианист? Ага. Так. Сегодня у нас что за этот сам баланда? Не понял. Жена, ты чё вообще? Чтоб я такую баланду ел. Век воли не видать. Тебе вилкой в глаз. Жена. Все хорошо? Да, она спит, как младенец. Пахнет вкусно. Пахнет балантой. Не трогай. Чёрба из овощей. Это местное блюдо. О, я смотрю, ты здесь освоилась. И вино местное. Но если ты настроен хандрить весь вечер, тогда тебе лучше не пить. Ты зря так сильно волнуешься.
Просто вот мы встретились в Луизиане, беременность. Потом Крис перевез нас сюда, боевые курсы. Слишком все быстро. Ну, зато теперь мы вместе. Ты, я и Роза. И теперь у нас все серьезно? Будет... Серьезно? Думаешь, мы сможем взять и забыть про Луизиану? Все это уже в прошлом. Просто не понимаю, почему ты так... Лия! Кто это? Мия, ложись! Опа-на! FBI, опа-на! Свободу Навальному! Тут нитрит колотить! Меня! Мия, Ань, боже! Нитрит колотить, опа-на! Пришли, FBI! Здравствуйте! Крис? Какого черта? Прости, Итан. Нет! Что? Что происходит? Open up, FBI. Эй! Иди! Да я не пойду никуда. Все чисто. Роза, отвали от моей дочери, тварь! Груз у нас, сэр. Увидите. Не смей к ней прикасаться! Итан, нет. Почему нет? О, молодец. Прикладом по ебалу. Роза. Все, уходите. Замечательно, теперь как тряпку. А ты со смертно не хотел идти. Получу по ебалу. Так. Алло. Здравствуйте, мистер Уинтерс. Я получила анализы Розы и хочу обсудить их лично. Сможете подойти в следующий четверг? Не вопрос. Мы придем. Врач звонила. Сходим к ней в четверг. Эй, хватит. Думай о хорошем. Ну же. Мы же обсуждали. Знаю. Мы только это и обсуждаем. Когда ты поймешь, что я не за Розу волнуюсь? Так что тебя тогда волнует? Послушай, с ней все будет хорошо, я уверен. Что еще нужно? Мы нужны, Итан! Кому? Ты нужен! Кому? Но ты все... Мия, да о чем ты говоришь? Ты что-то скрываешь от меня? Давай, скажи мне. Ты лесбиянка? Черт. Я должен ответить. Учу маленький ангел. Должен ответить. Здравствуйте, конечно. Приехали. Здравствуйте. О боже. Не поможет он. Надо самому все делать. Никто не поможет. Да подними трубку. Черт, наконец. Доложите, груз под защитой. Что за чушь вы несете? Где Крис Редфилд и Роза? Кто это? Это закрытый канал. Это она отправила их посохом. Закрытый анал. Сука. Вот именно. Блять. Черт, что тут случилось? Так, погнали. О, кстати, надо подобрать эту фигню. Так, цель операции. Устранить цель. Доставить тело. Жалость забрать Розу и Итан. Чего? Серьезно, разобрать? А, забрать. Тьфу ты! Я что-то... Разобрать. Доставить их обоих в пункт дальнейшим осмотром. Для дальнейшего осмотра. Вопрос.
Серьезно? А устранить цель? А, доставить тело. Ага. Допустим, ладно. Телефон. Бесполезно? Серьезно, бесполезно. Почему я телефон не могу взять? Какой тут телефон? 15-й айфончик? Так. Ну, допустим-то. Холодно, конечно, здесь. А, минутку. А на С это присесть, да? Да, на С присесть я не могу залезть сюда внутрь. Ну, ладно. Погнали. Слушай, мне холодно, самому стало. Хоть я дома сижу, чувствую, знаешь, холод. Реально холод чувствую. Ой. Здравствуйте. Да тут холодновато. Здравствуйте. Мне... Цеп, чтобы встать. Ой, поторапался. Первая кровь. Цеп, чтобы встать. Ага. Здравствуйте. Резидент. Страшно. Очень страшно. Ух ты ж. Кетчуп. Это что у нас? Ворона в кетчупе. Отлично, ворона в кетчупе. Так, тут опять кетчуп разлили. Ух ты, сколько кетчупа тут. Ё-моё. Вау. Здравствуйте. Это что такое за ядрит колотить? Это надо было это самое всех-то никому вот нечего делать, точнее, вот надо было это самое именно всех тут как гирлянду развесить всех именно. Ух ты ж. Я бы тебя освободил бы. Только нечего мне освобождать тебя. Так, а мне куда? Сюда вниз? Здравствуйте. Здравствуйте. Опа-на. Это чё, пещерный человек? Только что выбежал. Сейчас просто очень интересно, ребята, насколько моя видеокарта сейчас, как его называется-то, нагревается. И насколько все так плохо. Здравствуйте. Тук-тук-тук, ёпта. Ага. Уже чувствую, что FPS прос... Так, а как F открыть? Так, здравствуйте. Замечательно. Все то, что мне не нужно. Так, это что у нас тут? Изучить. Молодец, воду надо экономить. Здравствуйте. Опа-на. Таблетосы. Так, кровать. Окей. Ага, шкаф. Мы будем прятаться в шкафу сейчас. У! Нет? Нет, не будет скримера. А, я думаю, и сзади тоже скримера нету, да? Непредсказуемо. Бабуля какая-то.
Я думаю, какой-нибудь будет скример. Скримак будет. Тут скримака никакого нету. Здравствуйте, лиса. Ага, олень. О, здравствуй, это я. Только у меня башки что-то. Окей, а где тело-то? Здравствуйте. Ага. Какое жуткое место. У вас тут банан гнилой. Ядрит батон. Это что у нас? Огурцы? Молодцы. Так. Так, растения надо поливать. О! От вампиров защищены. Тут есть эти самые. Значок есть. Так, минутку изучить. Эй! Ты кто такая? Тетка, ты кто такая? Иди в баню. Не верю. Не... Ёб твою. Косорука обезьяна. Бык в посудной лавке. Так. Ну сейчас скримак должен быть, правильно? Давай, скримак. Мышь. Серьезно? А ну, скримак будет? Нет? Я специально резко повернулся. Я думал, тут скримак будет. А, или это меня типа сейчас на понт берут. Сейчас меня тут это... Еба! Хе-хе-хе! Я говорю, что скримак должен быть какой-нибудь. Еба! Хе-хе! Это на понт берут. Угу, обрушение здания. Так. Так, чеснок. Вопрос, зачем я сюда вообще вниз пошел? Вообще, зачем? Да кто это бегает тут? Здравствуйте. Замечательно. Да я пролезу тут. Смотри. Оп. Легко. Главное, ух ты. Главное, чтобы не придавило бы. Опять тут кетчупом. Ё-моё, сколько кетчупа тут. Только макарон не хватает. Кто это сделал? Да вот именно, вот кто это кетчуп разлил? Вопрос, вот кто это такой умный тут кетчуп разливает? Так. Открыть. А, ну это я уже открывал. Ну конечно, обратно нас не пустят уже. Ну это понятно. Это ясен-красен. Здравствуйте, какая погода у вас красивая. А зимняя. Пробел это перепрыгивать. Дабл В. Ну ладно, допустим, дабл В, я думаю, пробел. А что пробел? А, пробел это блокировать? Окей. Угу. Красиво. Так, здравствуйте. Resident Evil. Та-та-та-та-да-да-там-там-там-там. Там-там-там-та. Да-да-да-да. Да-да-да-да-да-да-та-та. Та-там. Да-да-да-да. Чёрт, где я? Ах, да. О! Резиденция Путлера. Шуточки. Да он такое себе не позволить не смог бы. Так, тут вообще офигенный замок. А у него там какой-то вообще халупы. Это вообще классное место. Вот это особняк, а? Я представляю, сколько надо налоговую это самое платить. За этот самый, как его, налог за недвижимость. Ё-моё.
Офигеть, какой большой. Здравствуйте. Вот. Все? Так. Бутылки. Так. Ой. Опять лошадь в кетчупе. Ой, да я не хочу смотреть дальше. Да ё-моё, да сколько тут кетчупа много? Так, яйца. Во! Это самое, как его Эдгар потерял свои яйца. Так, здравствуйте. Нас сюда приглашают уже. Так, здравствуйте. Ага. Подожди. А если я сюда зайду? Здравствуйте. Может, они отошли? Кто куда отошел? Не, ну и давайте я сюда зайду пока что. Вот интересно, что тут у нас. Так, это у нас что? Ага. Понятно. Ёб твою. Здравствуйте. Вопрос, а я обратно ведь могу идти? Да, я могу обратно идти. Ну, допустим. Изучить. Другой предмет нужен сюда. А что именно нужно? Угу. Другой предмет. Опять кетчуп. Здравствуйте. А где этот другой предмет? Вот тут вот. Как его, то я сейчас вспомню поговорку. Искать, как его, иглу в стоге сена, да? А вот именно, искать. Здравствуйте. Ёб твою. Не входить. Замечательно, тут, я понял. Тут у нас замок. Ну, написано не входить, туда не будем входить, чё мне? Так. Здравствуйте. А тут у нас тоже забор. А я могу шифтовать. Ух ты ж. О, опять эта баба. Здравствуйте. Открыть. Закрыть. Да ё-моё, открыть. Присесть. Это что это? А, это раковина. А, я думал, что-то полезное тут есть. Вот именно, откуда? Откуда-то откуда? От верблюда. Так. И так хочется что-то поднять и кинуть. Как в Half-Life 3. Какой-нибудь предмет просто взять и швырнуть. Потому что это вот точка тут стоит. Белая. Здравствуйте. Ага. Так, подожди, я... давайте сюда заглянем. Посмотрим, что тут у нас есть. Так. Так. Это какая-то еда. Притом еще теплая. Ага. Опять баланда. Разновидность баланды у нас тут сегодня. Так, открыть. Несложный замок. Да просто дерни посильнее и все. Ёб твою. Это вот... Найди ключ и так далее опять. Начинается вот это вот. Опять ты здесь. Чёчка опять это. Здравствуйте. Опа-на. Поворокли уже кого-то. Ну ладно, идемте.
Что-то спать захотелось, ребята. Какая-то найти. Опять вороны повесили. Ё-моё, у них что тут, Новый год, что ли? Здравствуйте. Так, я тут уже был. В этом доме. Ладно, давайте мы... Вопрос. А, это я пешком иду, а это я шифтую. Допустим, давайте пошифтуем. Вот, кому это... Что случилось? Вопрос, вот, кто это... А, это уже не вороны, это уже... Гоут. Кошки Гоута. Ядрит колотить. Кому это тут нечего делать-то? С кетчупом прямо. Сейчас я сюда встану, рот открою, так... кетчуп. Так, это кукуруза у нас. Значит, это было там, значит, не бананы были, там кукуруза была тухлая. А, здравствуйте. Хозяин отсутствует. Да я новый хозяин. Так. О, туалет. Сейчас тут музыка должна быть. Это как его. Somebody та-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 та. Из Шрека. Или... Тихо, спокойно. Главное, чтобы сейчас башкой не макнули бы в туалет. Как в этом самом, в Atomic Heart'е. Так сказать, в парашу макнули. Так, закрыто. Так, здравствуйте. А, ящик. Можно сломать силой. О! Нож. Отлично. Атаковать у нас вот этим, да? То есть я могу... А, лекарство. Ага, тап. Ага, тут у нас опять начинается изучить. Ага. Допустим, это нож. А как перемещать-то? А. Мышкой. А это что у нас? F-OK. Ага. Ну, допустим-то. Вот. Замечательно. Да, некоторые предметы можно разбить. Ага. У меня теперь есть нож. Возьми и на хлеб. Опа, еще. Все просто убежали из дома. Опять разновидность баланды у нас тут. Сколько тут у нас будет разновидности баланды показывать? Так, ух ты ж. Гоут. Так, Кремак сейчас будет, да? Нет! О-о-о-о! Я свой! Свой! Кто такой? С кем пришел? Ни с кем. Там на дороге была авария и... Чуть-чуть маслину не поймал. Что происходит? Я не... Вот это рожа у него. О нет. Они здесь. Кто? Кто? И что это было? Оружие. Что? Есть с собой да нож. Нет, откуда? Бери все, что есть. Бери. А? Бери. Что здесь творится? Эй, ты меня слышишь? Минус!
А хотя бы дробан вернули бы, а? Что за... Ой, кетчуп пошел. Отлично, с кетчупом. Сука! Бля! Здравствуйте. Мертвец. Неужели? Неужели? Стоп, тут еще. Да ладно. Тут это сам как вставка должна быть. Да ладно. А, здравствуйте. Мертвец. А, это что, склад? Так, у меня есть пистолет. Так. Изучить. Эу, get up! Надеюсь, он не встанет. Господи, боже. Это не поможет. Да что за хрень тут творится? Вот именно. Что за хрень? Опа. А там живой. Труп. Ой, ёп твою. Отвали. Ебанусь-то. Еба, пол руки отцапал, гондон. Что это, блядь, было? Хорошо, что хотя бы кольцо он не сожрал. Да стреляй в бошку. Нет. Чуть оружие да есть где-то. Да ёб твою, да башку, на тебе башку. Ёб твою. Спать блок. Да башку на тебе еще раз. Башка. Еще. Да ёпки, да я сколько тебя стрелять-то? Изрядка. Какого черта? Так. Так. Подожди, я чё? Блин, это какая была кнопка мыши-то? Ладно. Подожди, это я мышкой что? Ладно, допустим. Изучить. Семейное фото. Чего? Семейное фото. Вопрос, а куда идти дальше-то? Здравствуйте. Так. Взять. Болторез. Сюжетный предмет. Но если бы я бы не вернулся бы обратно бы. О. Вкуснятинка. Ням-ням. Болторез. Использовать. Конечно, болторезом использовать. А куда же Resident Evil без... Как его... Нет, это не болтарец, это кусачки, и как это называется-то? Пошли, тап. А предметы создания нет. Сюжет. Кровище. Как он называется-то? Пошли. Какой я мышкой? Пошли, я могу мышкой блокировать. Подожди, я могу... Так вот, мышкой блокировать, и могу я... Подожди. А, то есть я могу лечиться. А, я понял. Мне на мышке еще стоит. Я могу мышкой блокировать. И лечиться тоже могу мышкой. Угу, ну ясно. Понятно, вот я почему я вылечился. Так, что у нас тут? Реагент, взять. Реагент. Пять. Опа, яблочки. Красиво нарисовано. Ё, еще яблоки тут. Неплохо.
Так я тут уже был. Нам в эту сторону, правильно? Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. А мне можно, пожалуйста, отсюда уйти? Мне это место... Ну нахер, а? Тут какое-то радио. Я туда не хочу заходить-то. Выключить. Патроны. Кепа! Кетчуп. Двигать. Вот. Заблокировать двери сразу же. Да ёб твою. Так. Сядь, реагент. Урод твою! Ёбаный в рот! Гондон ты неожиданный! Тьфу ты! Собака ты! Ёб! Здравствуйте, вы кто? Ага. Спасибо огромное. Где они? А, кто, где? О, да ёбту. Подожди, минутку. Стоп. Стоп, минутку. Минутку. Так, управление. Нет. Подожди, камера. Настройка игры. Звук экран. Управление. Геймпад. Нет. Блокировка курсора клавиш. Нет. Камера. Настройка игры. Да. А где тут этот сам, как его, экран? Экран. Конфигурация, видимость, яркость. А где этот самый, как его называется-то? Чувствительность мышки. Звук, язык. Так это блокировка, а вот она, блокировка и лечение, вот. Я вот про это говорил. Лечение на контур у меня, да? Ага, я понял, блокировка, я понял, вот я вот про это говорю. Сейчас, прогочу слюну, вот. Я вот про это говорил, что вот про эти вот клавиши, две штучки. Подожди, дополнительно. Нет. Так, экран. Вибрация. Какая вибрация управления? Камера, да ё-моё. Камера. Настройка игры. Экран. Экран. Конфигурация ПК. Зона видимости. Яркость. Подожди, яркость. Подожди, я могу, может быть, здесь добавить, кстати, ой. Подожди, я, может быть, на мышке могу добавить. Подожди, я, может быть, на мышке. Ага. О, я на мышке добавил просто. Ага. О, я на мышке добавил. Да ё-моё! Достаньте от меня! Да иди сюда! Да-да-да, иди сюда! Вот я, в хэт! Всё? Не? Вот, ещё один!
догонку. Так. Здравствуйте. Ей! А он в руты пробрался уже. Здравствуйте. Ага. Давай, сюда иди. Красавец. Давай, иди сюда. Ой, минус. Кетчуп. Все? Это все? Да, вопрос, это все? Ему кетчуп. Хэлл, если кто-нибудь из вас выжил, идите к моему... к дому Луизы на краю поля. Выжившие? Ух ты, радиостанция тут местная есть. Еделен батон. Открыть. Пожалуй, удерживай. Удерживать. Еделен колотить. Здравствуйте. Open up. FBI. Open up FBI. Так, минутку. Так. Минутку. Настройки. Экрана. Сейчас. Минутку. А почему у меня тут стоит так много? Почему у меня так много стоит-то? Качество освещения. Подожди, где-то. Трассировка лучей включена. Глобальное освещение. Вот. То мой компьютер взорвется. У меня не столько много видеопамяти. Потому что там в одном месте будет сейчас просадка FPS очень сильная. Резидент. Так, здравствуйте. Open up. У меня 10 патронов, да? Подожди, подожди, что тут еще есть? Фоторежим есть даже. Ага, фоторежим. Это самое, может селфи забацать. С трупаком. Вопрос, а куда мне... Я серьезно, я сейчас не понимаю, куда идти дальше. Тут склад у нас. Паша, мне сейчас на крышу надо идти. И... сейчас через крышу... как в этой песне было. А дядю Гришу... бросим через крышу. Вот. Значит... вопрос, куда идти надо? А, или просто, а. Фу ты. Куда надо идти? Сейчас скример, да, тут? Не? Слабо. Заперто с другой стороны. Оп-оп-оп-оп. А, это блок. Ух ты, как палец. Два пальца отгрызли. Хотя бы средний есть. Можно факт показывать. Здравствуйте, с другой стороны. Подожди, а как бить? Ой, зачем ты делаешь это? Подожди. Я могу? С другой стороны, вот. Зачем я два раза выстрелил?
Оно там заперто с другой стороны. Вот там ящик я вижу, еще один. Так, и мы записываем уже 55 минут играем с вами. Вопрос, куда надо идти? Ну точно не наверх-то. Я сейчас немножко не понимаю, куда идти надо. Тут сено у нас есть. Тут опять кетчуп. А! Вот ты! Ёб твою! Опять этот. Ох ты! Надеюсь, они не будут нападать на меня сейчас в данный момент. Они надеюсь, наверху они. Патроны. Замечательно. Тихо. Ага. Они просто тусуются наверху. Ну, допустим, да. Ёб твою, они сейчас. Shift бежать. Ёб твою. Порох. Ага. Ствол. Сука. Блять. Да. Подождите, дайте залутаться мне. А чего? Да, ведь они не сломают, надеюсь, да? Ведь они, надеюсь, не смогут сломать. Ух ты ж. Минус один. Так. Эу. Здравствуйте. Ух ты, сколько их тут много. Здравствуйте, пацаны. У меня есть патроны для вас. Ух ты. Сколько можно? Ебо! Минус один. Уёб твою. Уёбки. Взять. Ёбаный! Жора, ёбаный насос, ты чё, дурак? Ты чё, дурак? Хоп, блок, смотри, у меня блок есть. Смотри. О-о-о-о. Хоп. Хоп, блок. Блок, мужик. Блок. Хоп, блок. Да ёб твою. Да ё-моё, ломаться лезет. Гондон этот. Так, гондон. Изделие номер два. Ёпту, блок. Блок. Башка, башка. Перезарядка. Ёбаный. Жора, ты чё, вообще офигел? Жора. Блок. У меня нож есть. Я на блок, у меня... Там у меня блок стоял. Я тебя сейчас порежу. Сейчас я тебя пером. Ёбаный Жора, ты кто? Вау, мне надо спускаться. Ёб твою. Взять. Ёпта, у меня дробовик есть хотя бы. Ага. Пошли, пистолет. Перезарядка. 5 патронов. Так, у меня тут есть дробовичок. По патрону дробовика. Так, здравствуйте. Что, ты еще живой? Здравствуйте. Во, башку ему. Здравствуйте. Ёб твою... Ах ты, гондон. Бежать. Так. Да я не побегу никуда. Ёб твою, а вот теперь надо бежать. А вот теперь щемим. А куда щемим? Так,
куда надо щемить-то? Ёптвой, они везде. Так, пошли. Сломать. Патроны, вот. Окей. Патроны. Замечательно. Да ёптвой, да вы что? Я не... Заходите в мой дом. Мои двери открыты, да? Да кто? Ой-ё, пиздец мне. Ага. Здравствуйте. Едет, короче. Да-да-да. Ой, какие вы страшные. Как я вас боюсь. Я вас на хрене вертел. Е-е-е. Ты кто такой? Ой-ой, страшно, на превью пойдешь. Принтскрин я сделаю себе, понятно? Давай, беги отсюда. Я запомнил тебя, мудила. Это главный му... Опа-на, все съебались сразу же. Я сказал, что я его запомнил. Принтскрин сделал. Сразу все съебались. Замечательно, теперь... О! Здорово! Эй, постой! Вопрос, они что, боятся вот тут бабу? Вопрос, а почему они... все съебались-то? Ага, ну бочка это точно, взрывная бочка. Это будет логично-то. Минутка, мне бы обратно бы вернуться бы, подобрать бы хлам бы. Здравствуйте. Пап, куда я вышел-то? Я с этой, да, стороны шел? А. Допустим. Так, я шел сюда. С другой стороны. Ну да, он с этой стороны, да? Ага, открыть. Вот, замечательно. И у меня есть проход. Так. А ну-ка. Так чего? Там что-то есть. Так, я сюда ведь прыгал, правильно? Опа. Чего, 230 лей? Сядь. Хлебушек налей. Водочку налей, лей. Так, минуточку. Полный... Зачем мне мука? Я буду что-то... так... Ага, я отсюда вышел. А, ну да, я отсюда вышел. Правильно. Так, идем. Ага, тут можно вот так сделать. Так, подобрать. Трава. Ага. Так, надеюсь, за эту траву не посадит нам. Нас, так, минутку. Так, это у нас подвал, получается, правильно? Это у нас уже...
крыша? Ага, это крыша у нас. Так. Так, а куда мне надо идти-то? Вот туда вот надо идти, правильно? То есть я сейчас спускаюсь. Спускаюсь и иду вот туда. И... Бах! Ага. Так, тут закрыто у нас. Заперто. Ну, допустим-то. Здравствуйте! И в жизни, и в смерти мы вас славим. Вы кто? Да. Здесь небезопасно, спрячьтесь в дом. Что за черт? Эй, вы меня слышите? Ну, ты, отец девочки. Дитя? Стойте, вы про Розу? Она здесь? Роза, Роза, да. Она в беде. Матерь Миранда принесла ее в деревню, и нас накрыла тьма. О чем вы говорите? О монстрах? Колокол, вестник беды. Они идут! Нет, стой! Где Роза? И что за матерь Миранда? Он звонит по всем нам. Они уже рядом! Кто? Очень смешно! Роза здесь? И это же это колотить. Это что за сатанинский? Как его называется там взять? Город-то. Так. Можно выломать силой. Ага. Так, у меня дробовик есть. Так, у меня дробовик есть. Так. В открыть карту. Почему В, а не М? Карта. Так, что у нас тут? Карта. Можем приблизить. Первый Э. Какой первый этаж? Тут ключ находится. Тут есть что-то еще. Поиск завершен. Поиск ведется. Ага. Ну, допустим-то. Ой, давай пистолет возьмем. Тут требуется штуковина, правильно? Ну, это я место уже узнаю. Тут где-то в демке было, правильно? Чего? Серьезно? Я помню, надо было сюда вставить что-то и покрутить. Ну это надолго, конечно. Чего? Я понял. Нас не пропустят туда. С другой стороны заперто. Замечательно. Все заперто.
Ну, получается, нам сюда надо дойти. Здравствуйте. Вопрос, а тут что-нибудь есть? Тут нифига нету. Только замок несложный. Ну допустим-то, почитали. А вопрос, куда идти, что делать-то? Нас сюда не пустят, правильно? Карта. Так, там закрыто. Колодец. Замки. Заемы. Да ёпта, М. Как перемещать-то? А! На мышку можно перемещать. Среднюю. Так, там тут закрыто. Тут все облутано, правильно? Поиск завершен, это синенькое. Так. Тут закрыто, и тут у нас кладбище с восклицательным знаком. Ну, допустим-то. Вопрос, а куда идти и что делать-то? Тут нужен этот самый штуковина. Что у нас тут? Запчасти. А тут заперто вообще. Так. Куда нас не пускают? Ага. Куда нас не пускают? Куда идти надо? Так. Ох. Превосходно. Так, инвентарь. Ищите розу. Буковка Е. И Q. Так. Так, изучить. А зачем он мне нужен? Сокровище сюжетный. А, я могу создать. А, и патроны, да, могу создать. Ага. Так, 30 патронов у меня. 24 патрона. Замечательно. 24 патрона. Подожди, я могу перезапустить управление, фоторежим. Зачем мне фоторежим нужен? Вопрос, куда идти надо? Я сейчас вообще не вдупляю, куда идти надо? Фоторежим этот. Ой. Место ритуала. Подожди, а куда идти-то? Тут нужен... Тут ключ есть. Так, тут ключ есть какой-то. Подожди, это что, ключ? Это вот. Так. С другой стороны заперто. Туда нас не пускают почему-то. Я вообще сейчас не... А куда надо идти-то?
Почему я не могу перепрыгнуть? Просто взять тупо сюда вот и перепрыгнуть. Ща. Давайте нелогично думать. Куда можно идти, если везде все заперто? С другой стороны заперто. Ну, допустим. Идемте куда? Ну идемте, давайте вот. А сюда вот наверх тоже заперто. Да, все с другой стороны заперто. Тут трактор. Ну, допустим, идем. Тут заперто, да? Опять. Да что сегодня за день? Все закрыто везде. Все везде закрыто. Так. Видимо, это вход в замок. Вход в замок? А, это вход в замок. Мне в замок не надо пока что. Здравствуйте. Здравствуйте. Так, это что у нас? Ага. Опять ты. Здорово. О, здорово, тетя. А почему у тебя это самое, как его, черная лента тут? Нет, Red Colossus какие страшные. Нет, Red Colossus, это типа все боссы, да? Карта. Чего? Если в деревне случится беда, отыщите... как крутить в... Прости, вот... А. Ой, чего отыщите? Так, она находится... Чего один находится... Один в церкви, другой в доме у Луизы. Ага, это дом у Луизы, да, получается? Подожди, это... Или это церковь? А, нет, это церковь. Чего? Обломок кристалла. То есть это церковь. Записать. Вот, сохранилось. Ну, допустим, так, это церковь получается у нас. И еще один находится в этом самом. Еще один находится в этом. В доме. Так, тут герб. Какой герб? Заперто. Ага. Тут опять колодец. Так. Нам нужно в ту сторону. Давайте поймем. Куда это оставить-то? Сюда надо? Не подходит. Да вот. Подходит-то. Вот. Подходит. Так. Второй находится... нас не откроют, да?
Чего надо? Ага. А вопрос, а куда дальше надо? Идти. Нужен другой предмет. Ну, допустим, это другой предмет. Можно обойти, правильно? Ага. Другой предмет нужен. Да опять эти гондоны так взять. Патроны, конечно, берем патроны. Ясен красен, что патроны берем-то. Мина? Ага. А, он туда побежал. А, подожди, перезарядка. Обязательно надо все перезарядить. Просто, срочно, все перезаряжаем. Потому что они очень опасные. Порох. Кто где? Ёб твою! Меня зажали. Да идите в баню. Отстаньте от меня. Мне мина есть. Пацаны, до свидания. Опа, один уже пахнул. Что? Что, все? Ой, ёб твою. Молодец. Отдыхай. Сейчас. Так, реагент. А, что, я в текстуре зашел? Ага. Где? Открыть. Черт. Папа, там кто-то. Я понял, но нам нужно в ту сторону идти. Красивый замок-то. Открыть. Закрой дверь. Ну. Эй, ты что здесь делаешь? Назад. Нет, не трогай. Эй, спокойно. Я вас не трону. Как же хорошо встретить здесь обычных людей. Вы не видели других выживших? Нет. Они все у Луизы. Ее не дозваться, а внутрь не пройти. Молчи, дочка. Он не отсюда. Я оттуда. О. Черт, тут очень опасно. Твой отец может ходить? Нет. Тварь поранила его. Он может не выжить. Мы все должны попасть в дом Луизы. Тихо. Я попробую залезть. Сидите и не шумите. А я пока открою ворота. Угу. Пиу-пиу. Так. Нам куда? Через окно надо? Добрый день. У меня есть нож. Так,
Здравствуйте, у меня есть порох. И я могу на крышу забраться, нет? Не могу на крышу забрать. Здравствуйте. Так, опять туалет. Там бади. Та-та-та-та-та-та-та-та-та. Так, здравствуйте. С другой стороны заперто. Открыть. Идем, скорее. Скорей, скорей. Побыстрее ты не мог. Ага. Да. Он не привык ждать помощи от кого-то. Извини. Здесь ведь безопасно, правда? Точно безопасно. Конечно. Там. Ну да. Эй, ты знаешь вообще, что здесь происходит? Это какая-то чушь. Матерь Миранда всегда защищала нас, но... Не отвечают. Отец? Больно. Нам нужно попасть внутрь. Опанап, ёпта! Эй, кто-нибудь дома? Нужен знакомый голос. Луиза, открой мне, это Елена! О, ствол! Тихо, не ори, они могут услышать! Юлиан, спокойно. Кто это? Это друг. А ну назад! Отец! О, Шерлок Холмс! Бога ради, впусти нас! Нет, они чуют кровь, ты погубишь нас всех! Мой отец умирает! Нас это не волнует. Кто-то пришел? Они хотят, чтобы я впустил полудохлого мужика. Хватит. Они наши друзья. Прошу, входите. Вы все трупы. Сюда. Ты не из деревни? А, нет. Я Итан. Юлиан, пройдись вокруг дома и все проверь. Все, иди. Ну? Раз ты друг Елены... То мой тоже. Заходи, Итан. Вот это я быстро стал другом, а? Жди здесь. Я схожу к остальным. Окей. Жди здесь. А что мне здесь делать-то? Картинки полистать. О, кстати, я тут был уже. Сюда. Да-да. Ща. Надо полистать, посмотреть. Картинки. Конечно, сохранится. Подожди, я ведь сохранился, правильно? Замечательно. Здравствуйте. Ага. Опять эти узкие комнаты. Здравствуйте. Вот сюда, все уже ждут. Это что за хуй? Чужаки, нас сам всех ты такой. Антон, он друг Леонардо и Елены. И без него бы справились. Сядь, Итан, я прошу. Здесь все, кто выжил? Из целой деревни? Кто выжил? Кто выжил? Да кто здесь вообще? Какой-то калека. Тупая плакса, блять. И ты! Пустила этого полудохлого, да еще и чужака! И надеешься выжить? Не выжить нам! Этих всех убогих снаружи порвали в клочья. Ну а завтра...
Завтра мы все подохнем. Какой ты мерзавец. Как ее сраный муж. Да заткнись же ты, Роксана. Довольно. Наш дом столетиями защищал всю мою семью. Пьяных, старых. Вас здесь всех встретят и всех спрячут. Да к черту. Может, вы объясните мне, что за хрень здесь происходит? Боюсь, нет. Мы просто жили мирной, праведной жизнью. А потом пришли твари и напали. Они рвали. Стой, Луиза. И рвал. А где же твой муж? Они... Нет. Ну, нет, он снаружи. Где-то... Он за подмогой. Да, он пошел... За подмогой. Он скоро придет. Помолимся. За него. И за всех нас. Это мысль. Давай. Да. Не поможет. Вместе. Висят трупы. Боги, слышите нас. Взываем мы к вам с почтением. Явитесь из пучины темноты, чтобы разрешить наши судьбы. Да взойдет в ночи жуткая луна. Мы приносим жертву вам, и мы просим вас хранить свет. Жизнь и смерти мы вас славим, мать Миранда. Чай, наверное, готов. Елена, поможешь мне? Молитва. Я слышал ее. Там у кладбища была старуха. Ты про коргу? Она больная. Там же крыша поехала. Но есть разум в ее преданности. Если это спасло ее, то поможет и нам. Ты чего спишь? Леонардо, ты что? Тебе ну, плохо? Пипец. Нет! О, пипец! Нет! Елена, стой! Назад! Нет, отпусти! Он нас убьет! Бежим скорей! Ёб твою! Отпусти! Ёпта! Елена? С дробовика его! Отвали! Неплохо! О боже! Мне очень жаль, отец! Слушай, слушай! Это был уже не твой отец. Ты все правильно сделал. Елена, Елена, нет! Его нельзя спасти! Папа! Этот чертов дом сейчас рухнет! Нет! Минус! Он был обречен. Нам его не спасти. Оставь меня! Нет, нам нужно выбраться. Мы сможем. Не сможете. Надо выбираться. Так, забегите с дома. Так. Пусть это я на Q нажимаю, а? Ну, допустим, да. Нам куда? Так. Так, открыть. Ну, так, открыть. Взять. Так, патроны. Обязательно берем патроны. Так, чеснок. Открыть.
Опа, ключ от грузовика. А, и что? Ключ от грузовика и еще что-то тут есть. И что? А, F. Отвертка. Ага. Чего? А, возьми отвертку, если понадобится. Но мне понадобится отвертка. Так, закрыть, открыть. Здравствуйте. А, красиво тут горит. Черт, быстро разгорается. Поехали. Погнали. Что ты задумал? Отойди. Я попробую сломать. Погнали. Помоги подняться. Огонь! Надо выбираться! Теперь только наверх. Держись, залезай. Идем. Спокойно. Постарайся не дышать дымом. Знаю. Спасибо, Итан. Постараюсь дышать. Ты добр. А твоя семья в порядке? Надеюсь. Когда выберемся, может, познакомишься. Да-да, познакомимся. Давай, выдержит. Вон, это выход. Слава богу. А дальше? Его не существует. Деревня полно этих тварей. Нам не выжить. Да раскидаем. Эй, эй, не говори так. Найдем безопасный дом, и ты подождешь, пока я ищу дочь. Мне кажется, она в том замке. Нет, в нем нет ничего. Лишь кровь и смерть. Вот именно. Я не хочу сидеть одна, пока ты... Отец? Елена, нет. Отец мертв. Это уже не он. Елена! Позвал меня! Отец! Стой, сейчас все рухнет! Стой там! Давай, дай мне руку! Уходи! Серьезно? Спасай дочку! Елена, я тебя вытяну! Давай руку! Твою мать! Минус еще один. Отлично, все трупы. Почему все вокруг умирают? Я ни хрена не понимаю. Я тоже не понимаю. Зачем я в это играю? Я не понимаю. Зачем эту игру создали? Это бред какой-то. Вот именно. Какого хера это снова началось? Вот именно. Черт. Вот именно. Ремастеры... Игорь, вот какого хрена это началось? Да.
Здравствуйте. Так. Отвертка. Взять. Откройте. Даю открыть. О! Кто здесь? Стой! Матерь Миранда! Эй! Ёб твою! Что это? Что это было? Эу! Слышь, иди сюда! У меня нож есть! У меня есть перо! Сейчас меня... Я тебя пырну! Слышь, у меня перо есть. Чего? И что? И все, больше ничего не скажешь, не? Ну и ладно. Так, вот это. Вот. Здравствуйте. Лишь кровь и смерть, да? Да-да. Звезда по имени Солнце. Окей. Здравствуйте. Там что-то есть. А просто. Ага. Допустим. Красиво. Готический замок у нас, да? Или в каком стиле он замок? Так, а ну-ка, я ствол достану. Так. Тут нужен рычаг. А, нет, тут рычаг не нужен. Надо же. О! Я думал, никто не выжил. Ты, видно, не слабак, да? А ты что за мудак? А, вот именно. О, так ты не местный. Еще лучше. Минус. Матерь Миранда будет очень добра. Да не ной ты. Почти пришли. Этот человек здесь никому не нужен. А мои дочери так любят развлекать иностранцев. К тому же, я уверяю, если смертного получит дом Димитреску, мы с дочками пустим ему кровь и наполним ею для вас бокал. То есть... Да заткнитесь нахер! Что?
Где? То есть ты будешь забавляться с ним там, а мы скучать? Лучше отдай его мне, и тогда все поразвлечу. Фу, как пошло. Нам разве важны хлеб и зрелище? В любом случае, человечишка будет страдать. Ну-ну, а если мужику отрезать член в замке? Да-да-да. А, вот! Я всех вас выслушала. Ой, это главное. Более убедителен? Вот это вот. Вот это вот главное, да? Вердикт таков. Гейзенберг, его судьбу решишь ты. Матерь Миранда, я протестую. Гейзенберг еще дитя. Это что у нас? Его преданность вам под сомнением. Дайте смертного мне, и я его вам подготовлю. Завали пасть! Признай, что проиграла. Сходи, сожри что-нибудь другое. А ну-ка тихо, дитя. Послушай взрослых. Я дитя? Это ты противишься решению Миранды? Для тебя твои железки важнее, чем любая. О, конечно, а ты все жрешь. И тебе вечно мало. Эй, меня не хотите спросить? Молчать! Я уже все решила. Говорить здесь не о чем. Нет, это классить. Помните, кто дал вам жизнь? Спасибо. Твари и господа! Час веселья! Давайте начнем игру! Давай! Пила? Из какого детства? Итан Уинтерс. Готовься. Нет, Десять. Девять. Восемь. Семь. Шесть. Пять. Четыре. Три. Два. Один. Начали! Пишем. А, господи боже! Нет, рит колотить. Беги, беги или умрешь. Нет, рит колотить у них точно тут какая-то... Какая-то у них этот, как его называется-то, игла, игра. Молодец, Итан! О! Здорово! Ты все еще жив? Нет, редко эти шипы тут. Сука! Блять! Здорово, упыри! Ой, как страшно! Ёб твою, тут! Вы погибли. Да вы серьезно? Я думал, там шипы только. А тут оказывается, что везде шипы. Господи боже! Беги! А нет, ну шипов нету. Беги. Так, Молодец, Итан! Да-да, я знаю, что я молодец. Здорово! Оба-на! Замечательно, тут шипы уже. Как его называется-то? Так, идем. Так, с ноги. Присесть. Сука! Ебай, тут шипы везде. Да уж, они не соврали. Ты и правда живучий. А тут шипов нету.
А почему я... А, обратно я не могу. Оу, ты же не надеялся, что я тебя отпущу? Мне нужно развлекать Донну и Моро. Поэтому мы начинаем изумительный, сочащийся кровью финал. Обожаю свежий фарш по-американски. Вроде же. Стоп. Роза у этих психов? Так, монеты. Оружие они мне не забрали. Серьезно, они оружие мне не забрали? Вот это мудаки. Вот это они мудаки, ребята. Оружие это они забрали. Ну, долбодятелы, ребята. Все это самое... Ага, тут шипы у нас есть. Здравствуйте. Нет, редко колотить. Вот это развлечение у них тут. Игра в пилу у них тут. Здравствуйте. Открыть. Здравствуйте. Так, здравствуйте. Так, а где я? А, я около замка. Да, и у меня пистолет есть. Вас-то я и ждал, мистер Уинтерс. О, колобок! Откуда вы меня знаете? Высший свет о таких, как вы, всегда все знает. Герой, который ищет свою дочь. Здешний замок, вам не кажется подозрительным? Ага, и вы тоже. Нет, я обычный торговец. Здесь? Я не представился. Зовите меня герцог. Приступим к делу. Оружие, боеприпасы, лечебные средства. Обеспечу вас всем, чего пожелаете. Где боеприпасы? У вас их хватка 70%! Здрасте. Зубы покрасьте. У меня сегодня особый товар. Так. Так. Оружие. Что? Кошелек? Продать все? Патроны. Пистолет. Оружие. Так, пистолет. Пистолет, урон. А, если бы у вас были средства. Чего? Ядрит катить, вот это у них цены. Ебануться можно. Вот это цены у него. А как можно продать все? Ой, какие патроны? Не, патроны я не буду продавать. Дурак, что ли? Вообще, лекарства. Нет, лекарства я не буду продавать. Что все так плохо? Да не просто. Кристальный череп. Нафиг он мне нужен-то?
Помалу, а там, глядишь, будет много. Так, лекарства, патроны для дробовика, пистолет, дробовичок. Прошу вас, изучите мои новые товары. Так, пистолет. Так, одну минуточку. Темп стрельбы. Нет, этот канатик как дорого все стоит. Урон. Хотя бы прокачали. Так, дробовик. 8 лямов стоит. Еба, как дорого. Прошу вас, изучите мои новые товары. Патроны. Это что у нас такое? Клинок самурая за 200 золотых? Да вы издеваетесь. Купить товар. Серьезно? Это что? Большой магазин. С чего? Ебануться, как все дорого. Отмычки. Окей. До новых встреч. Паша, а как инвентарь открыть? А, у меня есть пистолет. У меня теперь есть вот такой пистолет, да? Паша, а сколько он урона наносит-то? Вопрос, а зачем я тогда улучшал вот это? Паша, а как можно посмотреть, кто круче? Паша, он глушителем, да? И с фонариком. Здорово, жирный. Ищите что-то конкретное? А как можно продать? Нет. А, вот тут можно посмотреть урон. Подожди, урон 100... Чего, 110 урон? А урон второй... Подожди, а его нельзя... 110 сейчас. Я сейчас не знаю, что делать лучше. Может быть, все продать? Подбирай себе оружие, будьте внимательны. Все это инвестиции, Итан. Пожалуйста, я продал. Ведь я все продал. По да? мне, так отличная сделка. Хотите что-то купить? Точнее, продать. Удивлен, что вы так легко с ним расстались. Пистолет, лекарство. Ну, допустим-то. Я могу установить любые модификации на оружие за очень скромную мзду. Допустим-то. Давай скажите, буду... если найдете еще что-то ценное. Ладно, пошли.
будем с этим пистолетом ходить. А, мы в замок попали уже. Здравствуйте. Ну, конечно. Может, Роза здесь? Так. Ты, кто? Белла, Кассандра, Даниэлла. Ты Белла, правильно? Ты Кассандра, ты Даниэлла. Изучить. Так. Так, мне звонят, я не... так. Это как его? Так. Исучить. Понятно. Открыть. Так, открыть. Так, сейчас мы тут порядок наведем, ёпта. Так. Лифт. То есть не работает лифт. Хреново, у вас лифт не работает. В таком замке лифт не работает. Так. Здравствуйте. О! Здорово. С другой стороны заперто. Здравствуйте. Ох ты ж. Серьезно, тут можно разбивать. Ёпту, сейчас была просадка FPS. Здравствуйте. Ищешь Розу? Это что за навозные? А, это три сестры, да? Не дарит колотить. Да, кровь. Мама, прими добычу. Дочки, вы так заботливы. Здорово. Петя. А ну-ка, посмотрим. Здорово. О, о, Итан Уинтерс. Ты сбежал от моего братца и его забав? Да-да. Ну, посмотрим, каков ты. Да, мама. Да. Здорово. Едрит колотит, как это высокая вампирша. Ууу, как она. Как она сосет. Уже начал подтухать. Тогда скорее пожрем его плоть, мама. Но это я его поймала. Не все сразу. Я сообщу матери Миранде. Но потом... нам хватит на всех и каждую. Подвесить. Не надо. Что вы делаете? Что? Ууу, какие у тебя? Сколько хочешь, Итан Уинтерс. Вот это сиськи у нее, а? Отпустите меня! Ха-ха-ха!
замечательно. Здравствуйте. Я тут, конечно, хорошо висеть, но мне достаточно зависать. Оу, минус руки. 40 чокнутых ведьм. О, ну хотя бы тут это само оставили. Вообще без рук оставит. Хорошо горит. Бокал. Пригодится, продадим на черном рынке. Здравствуйте. Чего? Какие-то бедрит колотить. Вот это гурманы. Тут можно сюда пролезть. Минутку. А я могу открыть двери? С другой стороны заперто. Серьезно? Открыть. Тут надо этот, как его? Отмычку, правильно? Бля. Ладно. Сколько тут времени у нас? 11? Не. Подожди, 10 часов ровно. Подожди. А я записываю сколько? 2 часа уже записываю. Ё-моё. Так, а ну-ка, полезли. То есть поползли. Здравствуйте. Встать. Потайная дверь. Так, хочешь это забрать? Люблю. Замки, эти какие у них замки, а потайные двери все. Как его? Куда же без замок, без потайного... Двери потайных. Так, а ну-ка. Нифига себе, вот это потайная дверь. Охренеть. Неплохо-то замаскировано-то. Оно так и должно быть, защита. А как же яйца? Так, открыть. Что у вас тут? Взять. Так. Здравствуйте. Куда они забрали розу? Так. Да вот именно, куда они дели-то? Здравствуйте. Так. А мне в какую сторону-то идти надо? Открыть. А! Что, я просто понял. Это я открыл. Здравствуйте. Вопрос, а что сюда надо ставить-то? Кольцо, да, надо ставить, не? Нет, не кольцо надо ставить сюда. Сюда надо что-то ставить. А что именно? Чего? Непонятно, но что-то надо поставить сюда. А я могу сохраниться?
О! Мы снова встретились. Герцог, зачем вы здесь? Тут можно подзаработать. Удалось ли вам найти свою дочь? Нет. Если малышка Роза и впрямь тут, хозяйка замка наверняка держит ее в своих покоях. Логично? Димитреску? Она самая. Попробуйте поискать там. Вдруг повезет. Да и, кстати, купите что-нибудь. Здрасте. Забор покрасьте. Так, бокал продать. Не нравится? По мне, так честная цена. Заходите еще. Так, это что? Это что это такое? Не? Красный череп? Так кто тут так? А, ты затягивайся так. Ага, тут можно сохраниться. Наконец-то. Паша, мне просто интересно, а я могу... О, чудно. Я как раз думал, чем бы себя занять. А ну-ка. Не обращайте внимания. Припасы. Паша, а я могу у него купить? Закончили? Точно все купили? Да нет. Ну что ж, смело изучайте. Че да. Покупаем? Так любил приговаривать один мой друг. Серьезно? Блин, зачем я тогда все продал? Блин. Все это инвестиции? А, у него можно купить здесь пистолет. Чего? Второго уровня можно купить уже? То есть выкупить можно, да, у него получается то, что... Ага. То есть можно... Выкупить то, что... Угу. Блин. Прочее. Один из самых популярных товаров. Ясен красен. За ноль можно купить товар. Спасибо. Нет задачи важнее, чем добыча товаров. Нет ничего важнее. Подожди. Может быть... Ага, я уже не могу выкупить. Ну ладно, пока что побегаем с этим. Интересных приключений. Да-да, жирный. Во, теперь побольше ячеек стало. Наконец-то, ячеек побольше стало. Мы можем теперь... мы теперь можем это... А как можно прокрутить? А, правой кнопкой мыши крутится, окей. Вот, шикарно. Ну давайте тогда сохранимся. Да, вот, сохранимся. И продолжим уже в следующий раз. Оставьте лайки, подписывайтесь на канал, вступайте в Дискорд, хотел сказать. В общем, комментируйте обязательно, ребята. Не курите! Да, курение это зло, наркотики это зло, ребята, вот. Колокольчик нажимайте, правильно? Это подписывайтесь, комментируйте,
видео, вот, ребята. Не забывайте на стримы заглядывать. Всем, ребята, пока. Ух ты, он книгу достал. Какой деловой. Какой ты жирненький, а? Поросёночек. А, всем, ребята, пока.